Украинская армия готова к пасхальному перемирию, уже заявили в штабе о том. Напомню, согласно договоренностям, оружие должно умолкнуть сегодня ровно в полночь. Хотя пока что на грядущую тишину нет даже и намека. Сегодня уже 32 обстрела. На всех направлениях боевики ведут огонь из минометов, гранатометов и пулеметов. А в Павлополе и Толоковке применили бронетехнику. Двое украинских военных ранены, еще один пропал. Сейчас идут его поиски.